День возрождения балкарского народа. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей и главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с этой датой. 80 лет назад на долю балкарцев выпало страшное испытание, чудовищная несправедливость и бесчеловечность. 13 лет горьких лишений и страданий, невыносимые тяготы на чужбине вдали от родного дома. Трагические события в истории балкарцев позади. Благодаря единству и сплоченности, мужеству и трудолюбию братской нам народ выстоял, сохранил родной язык и самобытную культуру, вернулся на родную землю и сегодня вносит неоценимый вклад в развитие многонациональной Кабардино-Балкарии и всей нашей великой России. Нам, жителям Карачаева-Черкесии, близка и понятна боль братского балкарского народа, ведь когда-то и на долю карачаевцев выпали тяготы депортации, череда тяжелейших испытаний на чужой земле, потери родных и близких людей. От всей души поздравляю братскую многонациональную Кабардино-Балкарию с праздником, желаю всем народам республики счастья, благополучия, единства, сплоченности и согласия, говорится в поздравлении главы региона.